Омск. Вице-премьер страны Марат Хуснуллин провел очередное заседание правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Зампред правительства обсудил с руководителями субъектов задачи нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который включает комплексное развитие населенных пунктов, в том числе жилищное и дорожное строительство, формирование более комфортных условий для проживания граждан. Марат Хуснуллин поручил Минстрою провести работу по заключению с регионами меморандумов для повышения качества среды в таких пунктах. Была обсуждена и реализация федеральных программ и нацпроектов. Так, за 5 месяцев текущего года введено в эксплуатацию около 44 миллионов квадратных метров жилья и более 600 километров дорог. Среди регионов-лидеров по выполнению показателей вице-премьер назвал Пензенскую, Нижегородскую области, Адыгею, Северную Осетию, Татарстан, Башкирию, Карачаево-Черкесию и Чеченскую республику.